В Могилеве проходит международный пленэр «Могилев на холстах российских художников». Его проводят Могилевский горосполком и Управление культуры, Музей истории Могилева и общественная организация «Российский клуб православных меценатов». 8 именитых российских художников приехали в областной центр, чтобы писать его интересные и знаковые места. И работают этими днями прямо на городских улицах, не отрываясь от творчества. Российские художники рассказали в передаче «Днями» о своих могилевских впечатлениях. Мы приехали сюда довольно большой делегацией, это 8 художников, и приехали уже не первый раз, потому что в прошлом году нам очень понравилось. Мы участвовали в пленэре, который был организован музеем и Союзом православных меценатов. И очень-очень-очень полюбили ваш город. Я приехал в 90-м году в России, чтобы учиться в Академии художеств, Институт Репина, вот, и остался. И преподаю в университете технологии и дизайна. Здесь прекрасно, народ очень хороший, и город такой гостеприимный. И поэтому мы чувствуем себя прекрасно. И надеемся, что мы нарисуем хороших картин. Ну, поскольку я второй раз, то мое мнение, оно уже такое основательное. Поразило в первый приезд и в нынешний чистота необыкновенная города, его ухоженность, очень добрые и гостеприимные люди. Вот, мы не только художников имеем в виду, с которыми мы и встречались, могилевские художники, и вместе пили чай, пили чай. Вот. Но и просто жители, которые вот с огромным позитивом к нам относятся. Вот. А мы воспеваем красоту вашего города, в который мы просто влюбились. Здесь, естественно, восхищает вот эта чистота и искренность людей. Вот кого не спрашиваешь, я, конечно, иногда заблуждаюсь, и люди объясняют мне очень основательно. И очень, иногда даже вот с некоторыми второй раз повидались, они говорят: «Здрасте, ты спай». Это, знаете, очень интересно. Я выбрал Ратушную площадь, потому что это место очень знаковое для Могилева. Это хорошо, что восстановили эту ратушу. Она украшала город, и сейчас она вновь ее украшает и является таким центром притяжения. Мы были вчера в музее, и поэтому мы хотим какие-то исторические памятники, ну, в пейзажах воспеть. Ну и, конечно, какие-то сюжеты исторические из абсолютно славной, абсолютно героической истории Могилева. Это и война 12-го года, это и Великая Отечественная война. Так что такие картины у нас тоже будут. На моих картинах, естественно, образ Могилева как город чистый, прекрасный. И вообще, честно говоря, дальше, тем больше работаешь и тем больше рассматриваешь все, и открывается изюминка этого города. Я надеюсь, что мне удастся что-нибудь написать. Мы очень на это надеемся, на то, что искусство спасет, и что, как говорил Достоевский, красота спасет мир. Вот, поэтому красоту мы замечаем, мы ее воплощаем на своих холстах, и потом повезем, у нас же выставка будет не только в Могилеве. Прекрасный выставочный зал у вас сначала примет нашу выставку, потом Брест, Брестская крепость. Вот, там будет акцент немножко на Великую Отечественную войну в связи с датами освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Вот. Далее выставка будет в Минске, и обязательно она будет в Москве. Вот. Поэтому пространство мира и созидания, вот оно у нас как минимум такое. Как минимум такое. Придет время, повезем и за границу выставки. Все будет хорошо. Я верю в доброту,
в искренность и красоту. Вот. И на самом деле вот это все то, что мы пытаемся изобразить и вникать в красоту и во всем. И это всегда зрители делают лучше, добрее. Вот если у нас получится, значит, пленэр состоялся. Искусство несет в мир красоту, оно ее обостряет, потому что красота уже создана Господом Богом, а мы ее просто запечатлеваем на холстах. Ну и вот, конечно, когда, например, какие-то военные события, что спасают в первую очередь? Конечно, детей, стариков и картины. И картины. Вот мы на это надеемся. Мы надеемся, что наши картины будут нужны следующим поколениям. И по нашим картинам будут судить о том, как мы хорошо жили. Международный пленэр «Могилев на холстах российских художников» продолжается. Его итоги можно будет увидеть на выставке «Пространство мира и созидания», которая откроется в выставочном зале Музея истории Могилева 28 июня. Частью экспозиции станет выставка «Знамя Победы», которая приедет из Москвы, и она посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Благодаря тем далеким событиям сегодня художники на Мирной площади Славы в Могилеве пишут облака над нашей ратушей.